Батуа, перепрыгуй сейчас ко мне. Наверное, сейчас все спят, не зайдут. Батуа, перепрыгивай. Ты ей не нужен. Да там и сям, блин, как твои дела? Заюш, привет. Все хорошо, хорошо, да. Конечно, не зайдут. Всем завтра в школу. А? Ха-ха-ха, ору. Да, сука. Каждый день новые девочки. А, привет, привет. Привет. Как у тебя дела? Хорошо, брат, у тебя как? Привет. Привет, привет, брат. Да вот, хорошо, все, вот Лолочка пришла. С днем рождения тебя. Так у меня не зимой. Тихо, забрать. А, спасибо. С днем рождения, братишка. Счастья, здоровья тебе. Спасибо, брат. Как говорится, всего самого-самого. Самого чего? Хорошего. Да, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Брат. Тебя тоже с днем рождения. Спасибо, тебе счастья. Спасибо, братик. Здоровья, счастья. Спасибо тебе большое. Вот. Здер, батя. Видишь, даже пена поздравляю. Пена вообще крутой сегодня почему-то. Сейчас отойду в санузел, сейчас отключу звук. Угу. Послушаем журчание. Пам-пам-пам! Я снова с вами. Привет всем. Я отходил в санузел. Привет, привет. Значит... Я понимаю. Ой. Но я могу поискать. Иди на. Брат, ты поменял настройки? Урон побольше от удара. А сколько поставить? А сколько сейчас стоит? А сколько надо? Я не знаю, может 5. Или вообще... Да ничего себе у нас вы. Да не такой нереальный, всего 51, а нас двое. Ну погнали, я поставил много. Сколько ты поставил? Я поставил очень много. Сейчас тебе надо быть аккуратно. Если тебя зажмут школьники, то ты умрешь. Я себя сделала сама, и я никому ничего не должна. Пена, Листа пена. Вот так вот бы как поставить. Так, вот так вот прям. Вот так вот, сука, чтобы схлюпало все там. А, еще и Юсика. А вам метку. Иди нахуй. Да какой же пена хуйло все-таки? Крыса. Крыса хуярит, сука, из-под тишка. Я вообще пошел бы, знаешь, что сделал бы? Че? Я бы открыл бы пиццерию и хуяра бы писал, пока она не закончится везде. А тебя спрашивали, бля, обмудок? Тебя спрашивали? Извини. Давай так, универсальную возьми, приора, она точно всем пойдет. Заткнись. Я не мужчина, я не мужчина. Мужчина. Опять, почему я стреляю, но не попадаю? Все, мы все перед, смотри, перед, я зад. Перед, смотри, я зад смотрю. Пиздец, брат, почему ты не предупредил? Не понял, ты шо, сука, бык, иди сюда, пизды там, эй, я пенчик. Рот закрой, дебил. Извините. Извините. Да заткни рот. Спасибо. Какой дебил, боже, сука.
Тихо. Ты батла, не выходи. Я прикрываю твое тело. Да я тут лежу. Я убил пацана, который тебя хотел убить. Да, пытаются машинами убить чела. Хотя они забыли просто, что у них кулачки-то. Да, кулачки сильные. Не, ну если они проиграют на таких настройках... Да, это вообще позор будет всем, жесть. Как быть, вот если девочка не кидает интимки в личку? Что делать в этом случае? Что делать? Нужно просто сделать вид, что ты обиделся. Да. Я постоянно так делаю. Типа я обижаюсь на девочку. Нет, а расскажи какую-нибудь кринжевую историю из твоего детства. Как ты маленький в деревне отдыхал и что-то веселое у тебя произошло. Ну, что, ну помнишь, ты мне тогда рассказывал. Ага, мы слушаем. Писюн натирал порошком, было дело. На улице писюн натирал порошком. Мамка мыла шмотки на улице в ванне. Ванна такая была, такая железка, по ней водишь тряпки. Ну, типа моешь. А во дворе. Ну, соседи все, дверь открыта, на лавочке за калиткой сидят. А я вышел, взял шампунь, ну, точнее, порошок Дося. И писюн намылил, и вышел баба кошмарить, подруг ее. Вот. Потом еще знаешь, что было. Помню, как-то за лупой в стекло тыкал соседу, чтоб следы оставались. Если, допустим, вот у меня, ну, сестра была двоюродная, приезжала ко мне в гости. Мама конфеты давала. Я их прятал у себя в тумбочке. А сестренка воровала. Я прям на ее глазах писюном обтер тумбочку, чтобы она ее не открывала. Прям залупой обтирал. Ты че, ублюдок, что ли? Ну а что, чтобы она не лазила туда, блядь. У меня диван такой раскладной был. Ну тоже малолетки были там, не знаю сколько, малые прям. Такой диван, знаешь, он выдвигается, а там типа, ну, дырка такая остается. Туда подушки кладутся, чтобы, ну, диван удлинялся. Угу. И вот помню, мы играли с этим диваном, и друг туда запрятался, в диван, запрятушки играли. А я понял, что он там запрятался, но он молчит. Я говорю, ты там? Он молчит. А я взял, нассал туда, прям в дырки в эти, и прям его обоссал. Ну, типа, говорю, если тебя там нет, тогда я писаю. Он молчит до последнего, я и нассал на него. Дед, это снова Владимир Беспокоит. Владимир, привет. Хотел бы спросить. Трич ТВ, это твой второй канал с смешными нарезками? Очень нравится этот канал. Это не мой. Всегда поднимает настроение. Уважение тебе, жму руку. Спасибо. А я рассказывал, как я Ксюшке показывал, как мальчики писают. Вранёный стакан. Ксюшка. Кто такая Ксюша? Ксюшка, Ксюшка. Мамина подруга, это ее дочка, Ксюшка. Они как-то пришли это, с семьей там, к нашей семье, к маме, папе. Понял, друзья побухать во двор. Я говорю, Ксюшке, пошли, я тебе в доме покажу кое-что. Фотографии посмотрим. А у меня там спальня, шифонер такой большой, снизу отделение, там много фотографий, альбомы были. Ну, типа, я начал показывать, а потом ей говорю, хочешь, покажу, как я писаю? Ну, там стакан стоял граненый. Я пытался в него нассать, по-моему, нассал при ней. Ну, ей было интересно, кстати. Порядочно. А кем она стала, когда... Ну, я не скажу, что там, что я потом пошатал, ну... Нам сразу скажу, было по 40. Грехи дикие эти. Они даже не пытаются нас побить, да? Да, они по привычке, видишь, что... Да. Урона нет. А, за домом все! Нету. Четыре. Четыре. Вот уточки, наверное.
Нету. Где не есть? Бля, чё за блядь? Батва! Они на доме могут быть! Ну это вообще не считалось. Да, вы, блядь. Бата, пи***а! Да чё за хуйня? В смысле? Мы умерли? Проиграли или чё? Да, брат. Эти чё, пи***ры на доме реально сидели? Они сломали систему. И а, ну приезжали. Это не считается, это налевик, потому что так играть нельзя. Ну, а как их убить, если они, блядь, на крыше? Как мы на крышу-то заползем? Ну да, мы ж не можем так, как они, летать. Это антиигра, это, ну, налевик, тут нет 0-0. Здесь нулевая, здесь нет победы. Это вообще разминка, были настройки мужские у них, как бы, ну, они нас чуть... А, ну тогда смысла настройки менять нету, потому что они все равно не пользуются ничем вообще никак. Слушай, ну тут на этой карте они вообще слабые, потому что они тут, ну, не знают даже, как кооперироваться. Они везде очень слабые. Брат, а если твоего брата змей укусит в член, ты поможешь брату, отсосешь яд? Брат, если нужно, да, будет отстропонить страуси под дулом автомата, ты свой агрегат образом будешь использовать? Брат, пару слов. Да. Ради брата готов жопу дать. Брат за брата, как говорится, два автомата. Дегенератор. Заткнись, пянч. Брат, меня убили. Ебать ты лох. Брат, меня бьют пальцами. Братишка, я, блядь, пытаюсь. Ай, блядь, мопед убил мопедом, пацана. Боже, мне сейчас тоже выйдет, братик. Ну не-не, играй, смотрю. Ща, блядь, братан, ну как так? Ну ничего страшного. Получается дерьмо. Брат, ты один теперь справишься, такой... их всего 38. Я, брат, их за это убью. Во, хорош, у тебя теперь техника есть. Ой. Блядь. Чё за хуйня? Что случилось, брат? Блядь, маршмеллоу. Брат, у тебя все нормально? Да, блядь, что-то застряжка какая-то. А теперь серьезно. Лошара. И, кстати, спасибо, что чаще стал с Бату играть. Лысые наши все. Да, сука. Спасибо, брат. Обрати внимание, как я сильно справляюсь с челами. То есть это, по сути, реально челокос идет. Да. Брат, а почему ты не рассказываешь, что ты бился от члена в шлеме, а потом основал студию рэпа? Просто вот изи. Брат, расскажи о своем версии, часто ли тебя ржали обижен? Ты поэтому такой негативный. Согласись, да. Окунь морской. Топ, топ. Согласись, да. Я просто стоп. Сейчас, ну, легчаешь, это все потому, что я за тебя, за брата мстил. Спасибо, я брат. Сильно играл, чтобы за братика, ну, отомстить тебя же, мы с тобой же братья, ну, чисто понял? Братская любовь нас, скрепы наши братские, мы же волки, а уж понял с тобой, чтобы, ну... Спасибо, брат. Брат за брата, это за основу взято, брат за брата, таковы традиции, брат за брата, дело, сука, тут вообще не в принципах, понял? Просто я... А за тебя отомстил, братанчик, братишка, брат, мы волки с тобой. Быть волком значит жить вечно. Ауф, братик.